Всем привет! Решили мы, в общем, снять небольшой ролик, прогуляться по местному водохранилищу, называется оно Озерки. Комплекс из трех озер. Зачем? Потому что, когда жили в Минске, мы, помню, даже два раза целых снимали выпуск про Снянское водохранилище. И самое интересное, что если на карту Минска и на карту Питера посмотреть, эти оба водохранилища находятся очень в похожих местах. То есть на севере города, возле МКАД. Вот там вот у нас тоже МКАД. Это север города. И по размеру, они тоже, в принципе, очень похожи. Но какие между ними отличия, сейчас будем выяснять. Сразу же могу сказать, что мы прошли порядка 2 километров, чтобы найти маленький кусочек, вот такой примерно. О, чтобы к нему пробраться, к этому водохранилищу. Потому что со всех сторон стоят дома. И несмотря на то, что в России есть закон, который запрещает перекрывать доступ к прибрежной территории, 50 метров от воды должны стоять заборы, дома. Складывается впечатление, что всем плевать абсолютно, потому что дома здесь везде и всюду. У нас в Озерках тоже есть шашлычные дворики. Прям как на Снянском водохранилище. Люди могут приехать, отдохнуть, пожарить шашлычков. Все для людей, как говорится, никаких проблем. Даже мангалы стоят. Осталось только угли или дрова привезти. Убирать за собой тоже абсолютно не нужно, потому что здесь работают специально подготовленные люди, которые приходят раз в год, весь мусор уносят. Так что никаких проблем. Можно приехать отдохнуть. Местечко желательно занимать заранее, потому что мест мало, так как доступ к этим местам перекрыт жилыми домами. Как видим, берега ухоженные. Есть здесь такие вот мостики, на которых можно порыбачить. Доступ к этим мостикам, естественно, охраняется владельцами домов. Но я уверен, что по первой же просьбе владельцы домов предоставят вам возможность на эти мостики пройти и половить рыбку. Так что здесь тоже никаких проблем. Все продумано. Мостиков очень много. Все ухожено. А вот это, чтобы вы не думали, что это мусор, это вовсе не мусор. Это специально отведенное место для того, чтобы выращивать опарыши. Если рыбак придет на рыбалку, он может здесь копнуть, накопать себе сразу червей, опарыши и тут же половить рыбку. Очень удобно. Я считаю, что большие молодцы. Еще забыл сказать, что, естественно, эти шашлычные дворики, которые я вам только что показал, они абсолютно бесплатные. Любой желающий может прийти здесь отдохнуть и не потратить на это ни копейки. Черви для рыбалки бесплатные. Шашлычный дворик бесплатный. Все для людей. С розжигом костра тоже никаких проблем вы испытывать не будете, потому что по периметру всего берега валяется очень много бумажек, газет, заботливо разложенных, видимо, какими-то дворниками, для того, чтобы вы не думали о том, как вам разжечь угли, разжечь огонь и пожарить шашлычки. То есть забота о вашем отдыхе здесь на очень высоком уровне. Молодцы. Доступ к озеру строго ограничен. Для чего это сделано? Очень просто. Все сделано для того, чтобы жители города Санкт-Петербурга были в хорошей физической форме и в поисках местечка у озера проходили 3-5 километров. Ведь это так полезно для здоровья. А значит, это ЗОЖ. Пищевые отходы разбросаны здесь специально для разведения личинок. Ведь на этом озере полно рыбы, которую можно ловить. И, как я уже говорил, для того, чтобы разжечь костер и пожарить выловленную рыбку, у вас не составило никаких проблем, тут же предусмотрительно разложены материалы для розжига. А вот и первые рыбаки, которые встречаются на нашем пути. А съедобная вообще рыба тут? Можно ее есть? Здесь-то да. Да? Нет, это нормально, озеро там, несмотря на кладбище. Ну что, пойдемте дальше? Мы нашли достаточно большой отрезок берега, который ничем не застроен. То есть нет домов, доступ к берегу абсолютно свободный. И в чем же причина, что владельцы вот этой вот усадьбы с огромным забором все-таки соблюдают закон и не строят дома ближе 50 метров от воды? Владельцы этой усадьбы покоятся здесь много-много лет. Это кладбище. Но несмотря на кладбище, никому это соседство в принципе не мешает. Как мы видим, здесь тоже есть шашлычные дворики и, конечно же, великолепная рыбалка.
спасибо усопшим и похороненным вот на этом кладбище. Единственная причина и, по сути, единственное место, в котором можно добраться до берега. Все остальные берега полностью закрыты для доступа. Дальнейший проход возможен только со спецподготовкой какой-то. Вот такое вот у нас водохранилище, называется Назерки. Ну, точнее, не водохранилище, а просто озера, которым, к сожалению, простым смертным доступа нет. Есть еще два озера, на них есть даже пляжи небольшие и такие же благоустроенные, ухоженные, как этот. Вот, если вам понравится это видео, я обязательно запишу и расскажу и о двух соседних. А еще хочу рассказать вот об этом кладбище. Он находится очень на крутой горе, видите. И практически каждый год, еще когда я маленький был, в школе учился, когда весной снег сходит, размывает могилы, и здесь очень часто находят кости, черепа, короче, останки людей практически каждый год. Ну, не мудрено, даже жутковато на самом деле. Посмотрите, какие надгробные плиты, и здесь какие дыры под ними. Всей видимости, такое ощущение, что крысы раскопали себе ямы и там теперь живут. Здесь везде такое. Короче, как в фильме ужасов практически. Также, друзья мои, не стоит больше писать в комментариях, что я приехал для того, чтобы посрать Россию, что я показываю только негатив. Огромное количество позитива я вам сегодня показал. Надеюсь, вам понравилось. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем, что он теперь у нас бомбезный канал. А это значит, что на нем будут самые бомбезные видео. Всем пока, с вами был Ян Ларов.